хорошо, тепло. Где моя Снегурочка? Она, наверное, в сказочном лесу проверяет, все ли готово к празднику. Лесные зверушки так любят, когда она приходит. А это неудивительно, она наряжает им елку. И все наполняется волшебством. Ой, а кто это у нас тут? А, это Дарина. Ну, здравствуй. Добро пожаловать в мой сказочный дом. Совсем уже выросла. Вон какая большая стала. У меня есть одна проблема. Помоги мне, пожалуйста, в этом. У меня совсем не горит елочка. Она у меня волшебная. И здесь нужно одно заклинание, которое ты хорошо знаешь. Готова? Раз, два, три. Елочка, гори! Не получилось. Давай сделаем это громче. Готово? Раз, два, три. Елочка, гори! Спасибо! Вчера я починил свои волшебные сани, чтобы они выдержали долгий путь. Проверил, все ли подарки на месте, чтобы каждый ребенок, который вел себя хорошо целый год, обязательно их получил. И в этом мне поможет мой добрый, верный друг Ханавей. Но подарки получат не все. Подарки получат те, кто хорошо себя вел весь год. Ну а ты как? Хорошо себя вела? Ну, говори громче, не слышу. Хорошо? Не врешь. Весь год за тобой следил. Ох, помощница растет. Ой. Ну, а мне пора. Я поздравляю тебя с наступающим Новым годом. Желаю тебе волшебного настроения. Пусть твои глазки блестят только от счастья. Слушайся маму и папу. А главное, береги носик от мороза. Пока!